Так, всем приветик. Сегодня опять помоделируем и попробуем сделать, короче, люмьера, да, из красавицы и чудовища, по-моему, эту свечку. Он более такой, тут поверхности органические такие, и, возможно, опять же, да, кому-то сложно это моделировать. В общем, попробуем и приступаем. Так, открыли блендер. Я перейду в вид. Да, фронт, так, включить клавиши, вот, и его можно прям перетащить сюда, да, то есть по нему будем, по вот этому рефу, и типа смотреть на него и моделить, вот, и опять же, да, как бы, с чего начать, я, наверное, начну с основания и пойду, как бы, все выше, выше, вот, там есть объекты, которые можно, как бы, и отзеркалить, вот, этот, например, эту часть свечки, да, и их, в общем-то, покопировать, взять за основу, вот, какую-то сделать, покопировать и дальше уже, в общем, усложнять все это дело. Так, наверное, возьму сначала кольцо, да, пусть в нем будет 8 граней, потому как по-любому я буду сглаживать свой объект. Так, этого еще чувака можно сделать полупрозрачным, да, то есть выбрали реф, перешли в его настройки, включили opacity и сделали как. Так, также можно поставить галочку, снять галочку, чтобы в перспективном виде он не показывался. Будем заходить в ортографический, мы будем его видеть, и в общем этого хватит. А когда модельку уже будем крутить, вот, в общем, будем ей любоваться, все будет нормально. Так, немножко, да, увеличу и нажму F, чтобы залить полигончик. Это я делаю для того, чтобы потом при экструдировании мне не выбирать еще дополнительно ось. Да, то есть у нас экструдируется вдоль нормалей сразу. Вот, ну и накидываю какую-то такую базовую форму. Опять здесь нажал E и сразу же S, да, секструдирую. Вот, опять E, S, подвину сюда. Я как бы такую образную форму, потом дальше с ней буду работать. Вот, опять E. А, еще этого чувака, да, можно, вот видите, сейчас модель перекрывает, на передний план положить. Тут фронт, да, чтобы мы видели все это. Вот, также можно еще в настроечках, да, вот тут включить фильтры и включить, ну, типа, блокирование объектов, вот, чтобы мы его там нечаянно не выделяли. Так, ну и дальше, да, то есть тут есть какое-то колечко, вот. Я выбираю вот эти вот, да, грани, нажимаю, выбираю 3, тройку нажал, да, то есть перешел в грани, Alt-клик, нажимаю E, Alt-S, да, и вот сюда выдвину. Вот, так, теперь дальше там внутренняя часть пойдет, да, тоже E, S. Опять вот так вот, Е, и дальше уже вот та часть, да, туловище как бы пойдет, вот эту Alt-клик, тоже Е, Alt-S, да, вот сюда выдвину. Вот, схвачу тут, опять Е, S, делаем вот так. Дальше у нас как бы, да, шарик. Такой. В принципе, можно сюда и сферу примудрить и как сварить ее. Можно и самому выдвинуть. Например, выдвинули на какое-то расстояние, Ctrl-R сюда, да, сделали. Вот, потом S выдвинули. Потом можно Ctrl-B, да, и вот на там сколько-то частей, и еще я нажму S, вот так вот пододвину, да, вроде получился шарик. Можно нажать Ctrl плюс, выделить его весь, ну и немножко его туда-сюда как бы подвигать. Вот, да, такая основа есть. Нажмем сейчас Ctrl 3, применится у нас модификатор subdivision, во, и посмотрим, что что-то не то, да, а не то у нас получилось, потому что нам нужно дополнительные грани. Да, subdivision пытается сгладиться, и нужно
Да, то есть он от ребра к ребру, вот как бы так идет. Вот есть ребро, да, и вот он закругляется. Если нам нужно сделать фаски немножко как бы острее, вот, то нужно добавлять дополнительные грани. Вот, например, возьму вот здесь, да, передвину сюда, Ctrl-R, тут нажал, тоже передвинем. Вот, и эту часть, если нужно, вот так, с этой то же самое проделаем. Да. Ой, промазал. Так, сюда. Так, вот эту вот штуку, да, сделаем чуть пузатей. Наверное, добавлю еще одно вот это подразделение. Есть. Так, там нужна у нас тоненькая такая как бы фасочка. Еще можно отключать, да, модификатор, вот, чтобы его не было в режиме редактирования видно. Да, вот эта кнопочка. Тут я сделаю Ctrl-B, Ctrl-минус нажму, да, я сузил выделение, нажму S и вот это вот туда запхну. Вот, получилось что-то типа такого. Так, наверное, чуть-чуть еще масштабирую и добавлю еще тут грань. Да, где-то так. Так, и это тут растяну. И вот так еще потяну. Есть, есть, хорошо. Так, с нижней частью, да, то же самое там провернем. Так, здесь выделяю полигон ES. Делаю вот так, Ctrl-R и тоже потянем. Промазал. Где-то так можно включить Shade Smooth, да, чтобы видеть уже такую сглаженную поверхность. Так, дальше. Вот можно начать там одну как бы руку делать. Ну или дальше продолжить с головой. Так, возьмем, да, выделим вот это. И опять как накидываем базовую формочку. Тут какая-то штучка. Выделю опять Ctrl-B, Ctrl-минус, S сюда, возможно, сюда. Да, получилось. Так, выдвинем там чуть побольше. Тоже есть какое-то, да, такое закругление небольшое. 5E, Alt S. Выдвину сюда, Ctrl-R, можно сразу, да. Где-то так, если что, эту запнем повыше. Вот, так, и дальше. Ну, вот эта вот часть. Тоже мы сделали базу, здесь подразделили. Сделали так, опять же, можно сразу же просматривать. Так, выделили. Да, я нажимаю вот экструд и потом как бы отменяю. Нажимаю Alt-S, это у нас как масштабирование вдоль нормалей. Да, получается. Можно это, например, делать также нажимать E, сразу потом S, Shift-Z, да, то есть исключили ось одну. Или же можно еще это сделать, нажав Alt, по-моему, E, да, и выбрать вот Extrude, Face, Along, Normals. Да, и будет то же самое происходить. Короче, как, кому удобно, тот так и делает. Так. Ctrl-R сюда. Так, где-то так
такое вот здесь нужно сузить. Ctrl-B. Так, ну, приблизительно, думаю, так сойдет. Да? Ну, вот, дальше выделим вот эту часть и ее там вниз пока что утопим. Так. Получилось. Так, теперь вот эти вот штучки. Эту пойдем, да, сделаем вот тут сбоку, выделим 4 полигончика. Попробуем нажать I, сделать вот так, нажать W и Circle. Да, напоминаю, у кого вот этого пунктика нет, Loop Tools, включить его в аддонах. Reference, Addons и Loop Tools. Да, тогда появится. Так, чуть смасштабирую. SX0 нажму. Вот так. Так, выдвинем сюда. Вот эти выделим. Опять E, Alt, S. Того. Тут то же самое. Так, ну-ка взглянем, что там ручки худенькие. Сейчас мы что-нибудь, да, вот тут, наверное, я вот эти еще немножко сюда, чуть-чуть сюда. О, где-то так. Так, выделим опять вот эти штуки, чуть-чуть сюда. Нажму I. Сюда, теперь Е, вот отсюда они поедут. Да, где-то как бы приблизительно такое. Там можно поиграться. В общем, возможно, чуть поменьше. Так, вот эти полигончики пока удалю. Икс. Весь вот это легче выделять не будет. И там приблизительно, опять же, могу зажать Ctrl, да, и мышкой кликаю, выделяю путь. Вот, да. Ну, смотрим, что у нас тут как побольше. Надо чуть подальше, наверное, отвести. Пусть где-то так будет. Так, вот здесь, да, тоже есть какой-то элементик. И потом вот та часть. Так, сейчас я возьму вот эту часть. Понажимаю там Ctrl+. Да, до какого-то момента ее выделю. Например, до этого. Нажму Shift-D, X. Передвинем сюда. Здесь чуть-чуть они поменьше. Смасштабирую. Так, выделю вот эту часть, нажму ES, вот сюда, тут SZ0, выровняем, ну и надо это сварить, выделил и эту, Ctrl-E, Bridge Edge Loops, да, теперь могу выделить E, Alt, S. Так. Где-то так. Тоже.
Так, да, пойдет. Вот, эту часть, в принципе, можно отзеркалить, можно удалить как бы вообще половинку нашего объекта. Да? Зайти в режим редактирования. Так вот. Выделить, нажать X. И вершинки удалили. И мы это доделаем модификатором Mirror. Так, Mirror первый, кнопочка Merge. В принципе, можно уже применить. Да, еще раз убедились, выделили все. Нажали M, By Distance, чтобы не было там дублей вершин. И также там не забывайте проверять эти нормали, не вывернуто ли ничего. Вот, так, получилась такая у нас форма. Вот, дальше, да, нужно сами свечечки сделать. И при модификаторе, кстати, у нас тут крышка, когда применили там Mirror, да, то есть удаляли половинки, там крышка пропала, там пропала, выделили, F нажали, и все. Можно F нажать, да, можно Ctrl-F и нажать Grid Fill, залить сеткой. Вот, типа того. Так, выделю вот эту вот часть, нажмем Shift-D, скопирую ее. Так, что-то привязки еще включены. Вот, и сделаем саму, да, свечку. Нажму E. Так, пока что так. Ctrl-плюс выделю все. Чуть-чуть смасштабирую. Так, чуть-чуть вот эту часть, наверное, сделаю вот так. Оно поделю на несколько еще частей. Вот, теперь внутреннюю сделаем ES. ES. Это такое, да, нормально, скорее всего, вывернут, и тогда будет вот такой результат. Если сейчас проверите, видим. Так, выделили все, Shift N нажали, он пересчитал нормально, теперь как бы все хорошо. Так, добавлю вот здесь луп, да, вот появилась такая фасочка. Так, у нас там еще фитильки, ну то мы сделаем. Сейчас возьмем, перейдем в режим пропорционального редактирования, выделим какую-то вершинку. Да, тут я потяну, можно опять же включить. Так, и, наверное, до того, как я потяну вот это, да, я возьму эти свечечки, еще покопирую. Нажимаю L, нажмем Shift-D, P, Selection. Да, то есть, вот я отделил один элемент, верну ей пивот. Origin to Geometry. И вот это тоже будут свечки. Вот, здесь, наверное, чуть будет поменьше. Да, где-то так. Вот, ну и чуть-чуть можно их там подеформировать. Так. Опять режим пропорционального редактирования. Да, я сюда согну, скопирую. И где-то согнем. Так, также с этой. У нас тут выходит, тут выходит. Так. Фитильки, да, фитильки тоже можно было сразу. Ну, в общем, тут ничего сложного. Вы его выделили. Да, вот эту вот внутренность можно также вот отключить. Еще раз там ES. Сюда как вовнутрь. И потом также можно, удерживая Ctrl, да, просто там взять что-то такое, нарисовать. Вот, и тут то же самое. Так, ну и на башке его.
Вот. Да? Так, теперь там листики вот эти подделать надо. Хотя надо было, да, отзеркаливать тоже уже потом, когда я их бы создал. Так, ну попробуем что-то. Листик, листик. С чего возьмем? Возьмем. Возьму вот эти, наверное. Так, раз, два. Так, опять с контролом кликну. Вот, вот здесь их увеличим. Здесь, наверное, смасштабирую вот эту точечку. Да, перенесем. Опять же, точки можно слайдить. GG два раза. Если нажимаете, то вы вот вдоль граней переносите ее. Но бывает вот ситуация, как сейчас, а мне надо бы продолжить. Тогда можно вот так чуть-чуть отвести, Alt нажать, он ее дорисует, и вот тогда, да, там берете и выдвигаете. Че? Так, GG, Alt. Че? О, применилось. Да, получили такой листик. Его я выделю. Листик выделю. Я за что? Забыл, да, отсоединить сначала. Ну ничего. Давайте вот тут выделим. Раз, два. Нажму V. Так, что-то не про канала. Да, забыл вот это отсоединить этот элемент. Так, и сейчас теперь это. Блин, как туда подобраться? Короче, удалю вот эти два фейса. Возьму теперь раз, два, Shift D, да, скопировал. И вот эти вот беру, Ctrl-E, Bridge Edge Loops. Вот, теперь это должен быть, да, отдельный элемент. Его тоже там проэкструдим. Вот, возьмем вот это ребро. Так, сейчас я его еще выделю, нажму Shift-H, чтобы спрятать невыделенное. Вот эта вот часть мне вообще тут не нужна, эти фейсы. А вот это выделяю, нажимаю Ctrl-B. Да, где-то вот так вот делаем. Теперь по точечкам вот эту еще перетяну сюда. А эту можно сюда углубить, и тут тоже углубим. Да, вот теперь на нем появилась такая штучка. Вот, и теперь что нам надо? Надо их покопировать. Так, Alt-H, покажу все. Выделим, да, вот, например, вот это место относительно него. Вот эти. Нажмем Shift-S, курсор to select. Это выделю, сниму выделение, выделю вот эти вот, этот лепесточек. Вот, возьму, выберу, что вращать относительно 3D-курсора. Нажму Shift-D, RZ и 45. А что 45? Не. Нажимаем еще раз Shift-D, RZ 90. Да? Вот. И еще раз повторяю. Два раза повторяю. Есть. Так, что там? Что-то мне, по-моему, кажется, что там. Да, что-то я понакопировал, да, были несколько вершин двойных. Вот. А может, это они просто вот тут сварились. Проверяем. Да, выделяю. Видите, все сварилось. Надо было так не делать. Сейчас отменим. О, теперь отдельно каждый выделяется. Да, то что я скопировал. Там ребра, и они в одних и тех же координатах были. Да, можно, чтобы они не были вот так. Так, посмотрим. Ну, вроде бы как все хорошо. Так, я возьму их теперь тут тоже, выделю и скопирую. Вот, видите, там несколько штук все-таки в одной. DX. Сюда перенесем. Да, так, и сниму выделение. Вот тут их две штуки.
Это удалю. Возможно, больше двух. Нет, все хорошо. Также можете пропорциональным редактированием, да, немножко там что-нибудь помять. Сделать их чуть разненькие. Так, и снизу, да, тоже есть. Тоже перейдем, возьму вот эту вот часть, да, скопирую ее, нажмем E, сюда секструдирую по оси X. Вот, в принципе, можно вообще этот элемент пока что нажать. А, я опять, да, наверное. Ага, да, видите, все вместе отменю, забыл. Shift-D копирую. Да, сразу возьму, отсоединю P Selection. Вот, выделю ее теперь. О, можно к ней и применить также модификатор Mirror. Да, сюда его поставим. И вот эти вот части теперь экструдим. Вот тут видите, да, переходит вот так, можно нажать клиппинг и тук будет защелкиваться. Так, видим, да, мимо попадаем. Если форма, да, мало нам точек, чтобы обогнуть, да, без проблем. Ctrl-R добавили. Так, есть. Это что такое? Какие-то тут. Где-то тут линии. Так, да, тоже что-то скопировал. А, так, и тоже, да, Mirror можно уже применить. Вот, а, тут мы сделаем так. Вот, и тоже уберем вот эти полигончики. Да, их не видно, они нам не нужны. Ну, а дальше, если что-то не так, да, можно еще подравнивать. Так, и тоже добавим bevel. Вот эти, раз, два, Ctrl-B. Ctrl-минус. И сюда его только отключим пропорционально. Вот так вот. Да, сместим. Так, есть. Ну и этих листиков тоже можно там накопировать. Shift-D, RZ. Там надо, конечно, сейчас посмотрим. Ага, у них еще такая форма, что я тут натупил, да, давайте перенесу эти точечки. Вот они более такие острые. Вот. Где-то так.
рано зеркальце, да, убрал. Ну ничего. Так, где-то что-то. Допустим. Тут еще чуть-чуть мне. Так, есть, и теперь покопируем. Да сколько у нас сейчас? 40, ну пусть будет, да, 45. И Shift-R, повторим операцию. Так, пойдет. Теперь все вот эти вот штуки выделим. И последним нашего люмьера выделяем. Нажимаем Ctrl-J и присоединили. Да? Так, все это я сглажу. Есть. Так, ну и нужно переходить, да, к формированию лица. Сейчас сделаю маленький перерыв. Так, продолжим, да, лицо. Вот, да, для лица, лицо я сейчас возьму, выделю, сниму выделение, да, LP Selection. Боже, скорее всего, я его буду подразделять, потому как вот этих вот элементов мне не хватит, да, сформировать его там целиком. Я изначально еще вот этот подразделю. Во. И применю с subdivide'ом вот один. Применю этот модификатор, да. Теперь у меня сетка как бы стала плотнее. Теперь я могу что-то там повыдумывать, да. То есть мне нужно. А, кстати, ну давайте, наверное, отменю сначала вот эту пилюлину. Я и так, наверное, вытяну. Да, вот отсюда нужно выделить вот эти раз, два, три, четыре. Вот, нажать Е. Сейчас сразу это включим. Нет, сначала я не буду нажимать E. Я сначала сделаю I. Вот так, да. И попробуем сделать, наверное, в кружочек. Покручу. Выключим это. Да, где-то так. Вот, перейдем в вид сбоку. И теперь там пару раз кликнем мышкой. Вот это сюда выдвину. Так, что он похоже? Ну, приблизительно, да? Вот, можно чуть его. Так, выделим вот это. Сделаем побольше, там покрутим, переместим. Да, где-то вот так. Ну, наверное, вот это еще выдвину. О. Пусть будет вот такое. Ну, сейчас. Наверное, еще прокручу. Вот сюда. Вот так вот. О. Где-то так. Да, и теперь вот с подразделением 1 я его применяю. Вот, теперь у меня появилась куча точечек. Ну и дальше я опять буду, да, subdivide также применять. Вот, там может быть уже с подразделением 2. Во, и начинаем там брать какие-то там точки и что-то там формировать, да. То есть будем добавлять вот здесь, например, вот там какие-то брови у него, что ли. Там выдвинем. Так, GG, да, два раза нажимаю, я могу переслайдить вершинки.
Возьму. Где-то что-то вот такое выдвинем. Так, у меня, в общем, нет задачи, да, именно там повторить. Хотите вот так вот, такими, короче, делами, да, вершинки таскаем туда-сюда и формируем, в общем, его. Так, надо глаза сделать, да. Так, сюда потяну. Сюда потяну. Вот, вот это где-то глаз получится. Да, то есть мне надо вот это взять, нажать I. Могу туда. И вот здесь тоже возьмем. I нажмем. Ой, сначала что я нажал? Вот, меню экструд нажал. I. И сюда вот вдвину. Так, потом вот этих вот частей, да, не будет. Вот, и тут еще как бы веки должны быть. Это нажмем Е, выдвинем. Ну, где-то так. Так, вот эти удаляю. Ну и опять. То есть, ну, короче, тут кнопочкой, вот этими точечками, да, все берем, передвигаем. Еще можно спрятать то, что вам не нужно, да, чтобы нечаянно не выделять точки вот эти. Вот, то есть возьму, оставлю сейчас только лицо, это нажму H, спрячу. Вот, а тут можно теперь взять и подвигать. Так. Так, да, что-то типа того. Вот, нос. Нос. И потом тут как бы себе такие берем, просто метим, как у нас там рот пойдет, да. То есть вот эти вот полигончики я удалю. Во. А вот тут где-то должен быть нос появиться. Со щеками я, в общем, не... ничего не делаю. Так. Неплохо было бы, да, наверное, подразделить вот здесь и вот здесь. И вот эту вот часть уже отдельно вытащить. Блин, там нос такой загадочный. Сейчас отменю. Да, вот тут как раз мне нужно будет формировать оно чуть поострее. Мне по-любому нужно будет добавить несколько вот этих подразделений. Вот. Теперь я вытяну вот это вот будет нос. Раз, два. Не знаю, что там за нос такой будет. Так, теперь эту точку сюда подвину. Да? Если мало чего-то там, то, в общем, добавляем. Возможно, вот тут нужно будет добавить, да, сделать плавнее. Но я пока не делаю. Так, сделаю вот здесь и вот здесь, да, нужно экструдировать. Можно опять Alt-E и его.
Так, ну и тут какие-то у него там ноздри. Вот, в общем, да, с щеками тоже там могли и такие какие-то элементы, куда их там надо сдвинуть, там поздвигать, в общем, вершинки и тому подобное. Я оставлю вот так. Пойдет, да? Так, дальше там рот, да. Сейчас нажму, что я тут нажму, альтаж, да, чтобы показать, все спрячу там те части, и рот мы вообще вот это все как бы удалим. X-Face. О. Так, выделю. Тут выделю и тут выделю. Е и С. Да, вот так вовнутрь сделаю. Так, теперь-то мне как бы зашить все это надо. Нажмем Е, Z. Так, и до сюда вот где-то пойдет. Да, да. И вот тут я подразделю их на три штуки, чтобы все это соединить, да, то есть вот у меня вершинки есть, не надо посоединять, можно включить автомерж, включить привязку к вертексам, нажимаем G, Ctrl, да, или хватаем право и сразу зажимаем, вот, сюда, так, и эти посоединяем. Так, а тут уже там думаем, да, куда мы эти вершинки. Так, что-то удерживает меня. Так, в общем, да, рот мы делаем. Рот надо зашить. Вот, сделаем толщину. Тут, в принципе, можно, наверное, grid fill попробовать. Эту сетку можно там покрутить. Вот. Пойдет, да, сделаем SZ 0, выровняли, не, давайте не так, отменю, делаю сначала ES, да, еще дополнительный как бы луп, задвину его вот туда, SZ 0, теперь сделаем Ctrl F, Grid View, во, вот как-то так, да, вот вроде бы ничего получился. Так, ставим ему беньки. Где там сфер? Делаем тут 16 на 8. Во. Я поверну ее. RX90, чтоб полюс смотрел на нас. Так, и сюда его засунем. Так. Так, ну, где-то вот приблизительно вот так. Mirror, да, если применить Ctrl-A, сбросить все трансформации, да, вот оно, стали. Ну, а дальше, опять же, глаза немножко там подтянуть, вот эти вот штуки. Здесь, к примеру. Здесь подтянем. Упс.
Вот злой такой. Пучеглазый. Так. Так, есть что-то типа такого. Сделаем. Можно выбрать по нормальным. Так, там еще язык, да, у него какой-то. Что-то есть, да, можно опять же что-то взять, какую-то часть, не знаю, вот тут это вот, например, отсоединить, Shift-D. И тоже попробовать его проэкструдировать. Вот так пусть показывает его. Так, и тут вот эту штуку я возьму и с помощью пропорционального редактирования чуть-чуть опустим. Так, ну и язык теперь. Так, вот тут можно поставить, да, connection only, чтобы другие части не затрагивало. О, будет язык у нас показывать. О, и тут тоже можем пропилить такую штуку. Ctrl-B. Минус. Так, и тут точечки немножко. Вот сюда. Так, есть. Вот такой вот получился, да, персонаж. Теперь попробуем его как бы затекстурировать. Вот та вот часть нам не нужна, да, то есть можно ее спрятать. Вот, можно сделать слой. Так, и чтобы на рендере, да, ее не было, мы также вот включим это и вот наш риф отключим. Так, тут вроде бы все хорошо. Первое, опять же, давайте типа какая-то студия, где мы будем это рендерить. Убираю пока. Так, камеру, да, допустим, будет у нас где-то вот такой ракурс. Ctrl-Alt-0, да, камера поставилась, выделим ее. Да, она у нас спрятана на слой, поэтому не могу выделить. Так,
и перенесу. И теперь чуть отъедем. Можно также, да, камеру тут заблокировать относительно вида и подстроить. Так, ну, допустим, где-то так будет он у меня стоять. Так, сейчас возьмем, попробуем, да, что-то свет ему какой-то дать. Альтер, сброшу повороты лампочки, включу опять area. Square, пусть метр будет, может, больше, сейчас посмотрим. В принципе, мы его там не сильно будем освещать. Он же еще у него, это же свечка, да, он же должен сам светиться. Так, ну, допустим, еще все-таки чуть-чуть отдалю его, чтобы свечечки тут светились. Тут мы надпись вставим. Так, есть это, отжимаем и пойдем материалов каких-то, да, накидаем. Можно перейти в шейдинг. Так, ну и материал свечки, это как бы у нас воск. Можно тут подписывать себе. Так, воск. Это что такое? Вот, и в нем должен быть SSS, да, работать Subsurface. Ну, то есть включим, вот оно такое засветилось, полупрозрачное. Но мы будем это делать еще в Eevee, ой, не в Eevee, да, а в Cycles. Кстати, цвет вы можете менять, вот тут Subsurface Radius, это типа RGB, да, то есть R, Red, красного тут сейчас больше, да, можно уменьшить. Вот, можете также, вот, например, надо там желтым отдавало, чтоб 1, 9, 8, типа, да, также задать это. Так, кстати, а чуть цвет не меняется. Вот, меняется, да, тут такое чуть-чуть желтоватое. И... Да, ёбки. Так, сделаем. Также есть много таких всяких нюансов, особенно по поводу Ambient Occlusion. Если в Eevee это делать, да, то это нужно запекать. Вот, в Cycles не нужно. Так, тут у нас будет фитилек еще. Что-то я тут накрутил. Так, фитильки. Фитильки, да, можно Ctrl плюс выделить, не знаю, какие-то черные, добавить еще материал. Плюс New Assign. И тут просто сделаем так. Да, ну и это же надо поделать и на других частях. Сюда общий. Да, применяем воск ему, зайдем вот тут, выделим фитилек. Добавим материал, выберем фитиль. Так, и в этой то же самое. Так, рот, да, вот тут. Эта часть у нас язык, да, и там ротовая полость. Можем им тоже сделать какой-нибудь материал. Так, сейчас я пока сюда.
на вот это вот нам надо все выделить. Так, сейчас мы как-то выделим раз, два полигон, Ctrl плюс понажимаем, нигде не хватает, уже ручками. Так. Не буду трогать. Это так. А, у него еще зубы должны были быть, да? Так, зубы, с чего мы тут зубы сделаем? Да вот с вот этого и сделаем. Да, то есть выделим вот эти штучки. Нажмем Shift D, S, Y, E, выдвинем. Так, теперь выделю их. Нажму Shift H, опять спрячу. Да. Смотрю, вот тут. Это надо удалить. Так, и они должны быть какие-то белые, блестящие, да? Roughness уберем. Вот. Alt-H вернем. Все. Так, где-то это вот так. Глаза я вот тут выделю. Ну, опять же, да, первый материал это сам глаз, и будет он у нас вот так блестеть. А второй мы просто сделаем зрачок, и пусть будет черненький, и тоже блестит. Да? Применим. Так, эти части сделали, теперь с этой поработать. Сделаем, опять возьмем нот. Это должно быть что-то типа золота. Да, я тут возьму Color Mixer GB, и тут будет такое желтоватое. И чуть вот такое. Да, подключим на Bayscala, и сюда возьмем нот Layer Weight. Да, подключим фейсинг. Что он нам делает? Да, то, что... О, где-то какая-то вывернутая у нас. Чё вот это? Забыл присоединить к этому. Так. Он в зависимости от угла, да, будет нам давать различные отражения. Вот, видите? То есть вот этим параметром мы как по сути делаем маску. Как бы я ни крутил, то что по прямым, под прямым углом видим черным, то у нас белое. Вот, соответственно, и будут два этих цвета. Да, по краям такое более оранжевое, те, что под прямым углом, оно более такое желтоватое. Так, попробуем влепить теперь металлик, да, и поставить ровность чуть поменьше. Вот, ну вот тут как бы очень амбиента не хватает, да, поэтому сейчас мы его сделаем в Cycles, да, то есть у меня базовый цвет, теперь я добавлю такую штуку, сейчас, Object Info, не, Geometry, да, есть тут вообще pointness, вот, и еще можно ambient occlusion,
Да, что он делает, если посмотреть, вот делает нам затенение. Можно также управлять с помощью вектор, конвертер, вернее, Color Ramp, да, с ним играться. Вот, и это такие места, как бы складки, где должны быть грязь, да, какая-то, что золото там должно быть, в общем-то, потемнее. Вот, и тогда мы возьмем, можно вот это, да, тоже, то есть у нас раз есть, можно скопировать, соединить их Mix Color и на фактор его подать. Так, а тут я сейчас мы, да, то есть тут у нас просто сейчас не золото, вот Base Color и металлическая поверхность. Можно поменять местами, и видите, вот в местах, где, короче, труднодоступных, так сказать, да, появился у нас просто белый металл. Но мы сделаем тут что-нибудь такое почернее, что ли. Да, и вот видим, эти места мы затемнили. Так, что тут еще можно? А можно те места, которые хватаются, да, сделать наоборот, немножко посветлее. И в этом можно это сделать вот с помощью Pointness. Да, то есть так же самое сюда клацаю вектор, ой, конвертер, Color Ramp. А вот этими ползунками подгоняем нам вот нужный какой-то вот результат. Да, то есть вот видите, вот те места, где, которые вот хватаемся, вот, они у нас беленькие. И там мы, значит, возьмем и чуть-чуть сделаем побелее золото, как потертое, да, что ли. Вот, тогда вот оно мешается у нас. Мы берем еще один раз такой цвет, да, и смешаем color на фактор. Тут сделаем так, наоборот. Ну-ка, ну-ка, сейчас что-то. Давайте я так вот два цвета. Ну да, вот он красный, ну, возможно. О. Да, вот теперь сделали. На таких местах он стал просто такой беленький. Чуть отличается. Так, ну вот этими, в общем, ползунками можно вот, если на, чтобы они стали белее, да, тогда можно еще, к примеру, добавить конвертер, там mass и тут multiply, да, и покрутить, вот они тогда стали побелее, да, то есть умножили мы. Так, посмотрим. Ну, в общем, хорошо. Или нехорошо. Сейчас что-то я не пойму. Синий. А, я, да, не через мультиплай не могу понять, что такое. Во, да, все хорошо. Вот они стали беленькие, такие потертые. Ну и также можно добавить различных там потертостей. Вот, потертости нам нужны вот здесь как бы на roughness. И для этого можно взять текстурки. Я находил, так, текстуры. Активирует определенные инструменты. Кат. Текстуры, да, есть как-то си. Си ноль. Текстуры. Во, да, си ноль текстуры с ком.
Вот, они тут все бесплатные, можно понаходить там различные сеты, да, то есть PBR текстурок. Вот, я уже себе там, у меня есть, короче, пальцы, да, то есть полапанность такая. Вот. И есть еще какие-то царапины. Да, то есть что-то вот такое. И сейчас попробуем это назначить. Вот они, царапинки. Да, то есть я беру эти царапинки, сюда переношу. И также у меня есть там пальцы. Возьму, их тоже сюда переношу. Так, и попробуем эти пальцы на roughness. Здесь у нас же нет никаких UV координат, да, поэтому использую, нажимаю Ctrl-T и используем не UV, а Generated. Вот, посмотрим, как они тут легли, да, как-то непонятно. Выбираем проекцию, Box, вот, и вот тут Blend. Возьмем, покрутим, видите, швы исчезли. Во, кстати, Ctrl-T, это я нажимаю, у вас такие ноды добавятся только тогда, когда будет включен addon node Wrangler. Да, вот он. Так, добавили, посмотрим, что там получилось. Пока ничего не вижу. Есть. Возьмем, добавим color, RGB кривые и о, покрутили, да, вот получились какие-то полапанки. Так. Хорошо. И можно добавить также и царапинок. Да, нам также нужен будет мэппинг. На вектор нам нужно выбрать проекцию бокс. Посмотрим. Вот они получились. И эти царапинки мы на normal пустим. Да? То есть я добавляю вектор. Бамп. Клацаем сюда и вот сюда. Так, включим, чтобы выход отсюда. Сейчас смотреть. Что-то у нас ужасное получилось. А что такое? А, вот тут на хейт, вот тут нормал. Да, вот они появились. Вот, ну тут какой-нибудь 0.05, да, не сильно. И они сейчас выпирают, нам надо, чтобы они вовнутрь были. Ну, как бы где-то так. Да, вот такой вот получился. Еще нам нужно, да, зажечь его. Так, вот эту я сделаю опять темную. Вот, то есть нужно сделать какие-то костры, что ли, да? Сейчас я возьму просто сначала, для начала добавим лампочки. Light point на кончике. Да, ну где-то так как раз попадает. Вот. И эти лампочки я нажимаю Alt-D, да, и подублирую. Alt-D, чтобы у них данные были одни и те же. То есть я буду менять одну, настройки одной лампочки, например, 1000 поставим. Да, и у них у всех это тоже значение поменялось. Вот. Так, и нужен огонь. Да, огонь. Пойдем где-то нагуглим огонь. Так, картинки. Вот. И нужно что-то там подходящее такое на черном фоне. Да, чтобы использовать его как альфа-канал.
Блин, подходящего что-то. Огонь. Давайте, наверное, напишем пламя. О. Там есть чуть-чуть у нас лишнего. Можно его в фотошопе замазать. Можно... А, так, это ж я вот это и взял, да? Вот, давайте возьмем вот это. Беру, сохраняю картинку на рабочий стол и переносим ее вот сюда. Так, сейчас я добавлю mesh plane RX90, поверну его. Можно перейти пока сюда, в Vivi, добавляем ему материал новый, вот, и перетаскиваем пламя. Так, да? Вот оно. И нам нужно сделать так, чтобы вот это черное, да, у нас было как прозрачностью. Вот, можно это сделать вот так. Добавляем Node Shader Transparent, а второй у нас должен быть Shader Emission, да, то есть то, что будет светиться. Их я нажимаю Ctrl-Shift правую кнопку мыши и тяну вот так, да, и автоматом создается Node Mix. Вот, дальше я выбираю вот это, ставлю вот сюда. И тут, что я даже... Или усердство, ладно. Что-то это получилось. Да, ну, в общем-то, получилось. Можно его зажечь, но как-то не так. Не совсем прозрачное. Так, а ну давайте я сделаю по-другому чуть-чуть. Сейчас кала вот сюда. Да, получилась вот такая штука, да. И цена транспарент. И это вот сюда. Так, ну и возьмем этот фактор конвертером, да, чуть подчистим. Посмотрим, что там у нас. О, и беленького добавим. А лишнее уж уйдет. Вот так, где-то так. Не сильно, блин. О. То ли я что-то не так делаю. Да, я не вижу почему-то нашей прозрачности. А, во. Все, да, не той стороной подсоединил. Так, есть. Вот, да, то есть появился костерчик, он и прозрачненький, и все хорошо. Дальше можно, в принципе, там с ним... А, если хотите видеть прозрачность в Vivi, то тогда Viewport Settings, вот тут надо Alpha Blend поставить, да, тогда все хорошо. А, тут я возьму, Ctrl-R нажму, вот так сделаю, да, выделю вот это, нажму GG и передвину. Если этого не делать, вы тогда и UV будете передвигать опять. Сделаю вот так. Так, вот эти можно удалить. Эту. Тут, например, добавим, если форму пламя захотите потом как бы поизменять. Да. Так, ну, допустим, вот такое. Теперь я еще RZ. Еще его возьму, сдублирую, проверну. Так, ну,
Вот, и объединю их Ctrl-J в один mesh. Да, теперь эти пламя кусочки подвигаем куда следует. Можно больше сделать. Ну и каждая, в общем, из них, опять же, можно зайти в режим редактирования, включить там пропорционально и что-нибудь тоже подделать. Так, не понял. Видишь, снял. О. Так. Да. Вот, появились огоньки. Ну и тут вот этим также, да, можно их сделать посильней. Еще можно как частичек каких-то добавить, да, чтобы они излучали что-то. Да, давайте зайдем. А, надо это что-то опять же сделать. Вот я возьму, добавлю plane. G, передвину его сюда в режиме редактирования. Уменьшу. Вот так, например. Что-нибудь вот такое сделаю. Да, и тоже к нему применим материал emission, чтобы излучал какой-то цвет, и тут что-нибудь накрутим. Так, чтобы во вьюпорте, да, вот тут видеть, например, какое-то свечение, можно для Иви, да, включить что-то там, ambient blue, вот это повключаем. Вот, видите, светится такой. Так, и теперь сделаем, выберем этот объект. Частицы создадим новые, эмиттер, и скажем, что рендерить не хало, а объекты и вот эти вот объекты. Так, а ну-ка попробуем. Да, видите, они появились, но сыпятся вниз, и их там 1000 штук. Давайте сделаем их там 100 и скажем, что для этой системы частиц нам не нужно, чтобы действовала гравитация. Да, и тогда вот видите, они там вверх полетели. Время жизни частицам поставлю там 150 кадриков. Вот. Вот они. Добавим им вращение. Вращаются, ничего не вращается. Так, ну хотелось бы, чтобы они вверх летали. Угу. Так, ну опять же, можно было, да, покрасить, какие вершины должны их испускать, куда. Сейчас я поставлю, например, ветерок, курсор to select, shift A, добавим Ford Fields и вот wind. Так, и в этом ветре. Вот, силу покручу, да, теперь вот они наверх. Плыли, лоу, текучесть, вот чтобы они медленно. Есть, и теперь эту же систему частиц вот сюда, да, положим. Во, а еще им бы, да, чтобы они такие, можно и увеличить размер, ну короче, random scale. Во, да, то есть остановим. Вот, видите, да, такие появились. Короче, какие-то частички появились. Вот, вывес золота, да, не очень выглядит, да, потому что там кое-что не работает. Особенно там pointness. А мы попробуем теперь в
Сайклся. Сейчас я переключу. Сохранить. Да, то есть все, моделью, а сохранить забыл. Ой. Так, на рабочий стол. Отлично. Так, ну попробуем. Почти все хорошо, да, есть шум, нужно будет включить denoise, да, и думаю, как-то все-таки надо как-то направить на него, что ли, свет мне не очень нравится, сейчас чуть-чуть подсвечу его. Так. Вот, где-то так. Ну, еще сейчас одну лампочку попробую. Типа такого. Так, тут включу, что я тут включу, кала амбиент может понадобиться, нормал, да. Так, пойдет еще буковок. Надо сделать. Сейчас мы перейдем тоже в вид из камеры. Shift A добавим. Добавляю текст. Так, текст сделаем. View. Да, выровнять. Вот оно. Так, переходим в текст. Настройки. Где-то шрифт. Шрифт, дефонт. Выберем Arial и теперь напишем. Так, моделируем Lumiere, да, вроде бы так. Так, выходим, увеличим это все. Так,
можно пока что отменить. Так, увеличили. Теперь зайдем, сделаем геометрию, добавим чуть толщины. Вот. И бывало. Да. Вот, теперь это дело сконвертируем. Конверту mesh. Возьму. Сейчас все сошьем. Вот. И разделим на отдельные части. Вот. И теперь всем им origin to geometry. Поставим всем им, применю один материал. Ctrl-L. Теперь скопирую материал на все объекты. Вот. Так, можно увеличить. И можно их как-то покрутить. Да, можно перейти Object, Transform и где-то Randomize Transform. И, например, рандомно попытаться покрутить. Ну, в эти стороны, в эти. И как-то так. Вот. И также этим теперь штукам всем можно задать разные цвета. Да? То есть вот у нас есть один материал, но если мы возьмем ноду Object Info, да, это разные объекты, и к ним мы можем применять. Так, что-то как-то так. Нормально. То есть возьму, добавлю конвертер, color ramp. Да? Здесь переключим на констант. Добавлю, например, еще ползунок один. Тут включу, к примеру, белое. Да, и смотрите, это такая как шкала от 0 до 1. По сути, 1 это полностью белое, это нолик. И рандом обычно генерирует значение от 0 до 1. Да, то есть, если будет попадать значение там до 0,5, да, тогда будет выбираться черный цвет выше. Да, там до 1 будет выбираться белый цвет. И если теперь это подключить, да, то есть вот у нас буковки стали, ну, да, то черные, то белые. Ну, в принципе, можно было не константно сделать, а там линейные, они там то серые, то, в общем, такое. И, соответственно, если я там подобавляю ползунков еще, да, и добавим им разные какие-то цвета. Вот, давайте этот сделаем зелененький. Так, и так нельзя перетянуть. Хотя хватается. Так, этот синенький. Этот красненький. И этот еще какой-нибудь. Да, и вот, то есть ползунками мы можем еще регулировать количество, да, того или иного цвета в наших объектах. Ну, пусть где-то так будет. Берем. Да, вот такая вот штука получилась. Да, возможно, буковки еще тоже немножко подсветить. Какой-нибудь источник света. Или поярче просто сделать. Вот. Так, ну, получилась вот такая штука. Дальше мы ее как бы рендерим. Да, выбираем количество там сэмплов. Я сейчас оставлю вот так вот. Пусть будет 128. Возможно, даже давайте сделаем 32. Нажимаю в 12. Жду. Так, и потом можно перейти в Compose, включить Use Nodes. Так, вот эту вот шкала прячем. Чтобы это дело вот тут показать,
да, мы можем разрезать вот окно. Вот если Shift и правой кнопкой, вы делаете такую штуку, точку Reroute называется, да, можно ее отсюда выбрать. Reroute, и вот точно так же она делается. Вот, можно так сделать и добавить Output Node Viewer. И тогда вы вот здесь его увидите. Если разрешение картинки большое, не влазит, тут вот в менюшке View есть Fit, и тогда вы все вместили. А дальше мы, например, можем взять Node Denoise. Да, и сюда его втулить. Вот, и видите, он там нам все очистил. Также можно подключить чуть больше данных о нормалях и о цвете. Вот, и это все благоприятно повлияет. Вот, а дальше, да, закомпозить там что-то. Вот, у нас, кстати, есть Ambient, да, но вот мы тоже его можем использовать. Сейчас возьмем Color, Mix RGB. А вот сюда ставим на Multiply и к этому подключим Image. О, видите, появилось затенение, и мы можем его регулировать. Но затемнение, видите, как шумом, да, поэтому ему там тоже нужен Denoise. Чтобы оно шум убрался, да, вот убрался. И можно регулировать, насколько оно нам надо. Вот, также, например, дальше можно создать там какое-то винетирование. Вы также по этим линиям, например, там Color, Mix, RGB кривые, можете там яркость подрегулировать. Например, вот так. Вот, дальше. Я пока ноды Denoise отключу, да, потому что они так мешают работать. Дальше добавлю опять Color, Mix, RGB. Вот, и добавлю Ellipse Mask, да, и сюда вот втыкнем, и тут тоже выберем Multiply, и настроим размер этой маски, к примеру, вот так, да, тут сюда побольше, и добавим к ней фильтр Blur, и можно выбрать тут Fast Gaussian, и вот это смещение. Степень размытия по осям пусть будет там по 300. И также вот этим можно настраивать, да, это затенение. Вот, также можно было еще какие-нибудь фильтры поиграться, glare, вот, и выбрать fog glow, да, и вот такое получилось у нас свечение. Threshold можно его регулировать, чем как бы меньше, тем больше. Пусть давайте 0,9 что ли. И можно буковку M нажимать, mute, да, мьютить. Вот, и вы видите, как меняется результат. Так, ну теперь включим тут. Да, и то есть получили вот такую вот штуку. Еще раз сохраняем. Вы, в принципе, теперь можете, да, когда вы будете рендерить, F12 нажимаю, то есть у меня там всего 32 сэмпла. Вот, я, конечно, сейчас сделаю чуть еще побольше. Ну, и этого, в общем, хватает. Вы можете попробовать и с одним сэмплом, да, что получится. Да, вот такая вот получилась у нас картинка. Ну, а так потестить всегда хорошая идея. Ну и в принципе, да, получили практически тоже. Так, как-то так. Всем спасибо. До новых встреч.